С 1 июня в опытную эксплуатацию в Пушкинском районе вступила система ЕДДС-112. Единая дежурно-диспетчерская служба. 5 операторов в круглосуточном режиме принимают звонки по номеру 112. Сама система ЕДДС и раньше функционировала, но теперь количество звонков явно увеличилось. Система 112 принимает практически любые звонки по любому поводу. Значит, сейчас в системе 112 задействованы телефоны 01, 02, 03, и в будущем будут задействованы телефон 04. Ну и впоследствии будут задействованы ЖКХ, как бы все остальные оперативные службы. К 2017 году прекратят свое существование старые телефоны 01, 02, 03, и будет единая служба по номеру 112. Поэтому надо привыкать сейчас и лучше сразу научиться четко формулировать вопрос, называть адрес и свои данные. Эксплуатация полностью будет начата с 1 января 2016 года. Сейчас система находится в процессе опытной эксплуатации, то есть мы исправляем ошибки, находим ошибки работы системы, пытаемся их исправить и отработать систему, чтобы она действовала практически в автоматическом режиме. Оператор службы 112 находится на прямой связи с операторами соответствующих служб, поэтому задержек с решением проблемы не предвидится. Оператор принимает первичные сведения о том, что произошло, понимает о том, что эта информация должна быть передана в полицию, и он тут же на своем мониторе подключает параллельно рабочее место в полиции, и оператор, который сидит в полиции, он может участвовать в разговоре. То есть конференц-связь? Да, конференц-связь со всеми необходимыми службами. И пока оператор заполняет карточку о происшествии, уже оперативные службы могут реагировать на ситуацию и уже какие-то действия выполнять.